Что вы здесь устроили? Политический флешмоб. Ну, как угодно называть. Мы долгуны так мы себя не ведем. Без культуры. Члены Совета Палаты, прошу проголосовать за предложение Крупина. Кто за то, чтобы ограничиться одним вопросом? Слушай главного инженера. Кто против? Один вопрос. Вообще не задавал. Правильно, принято решение, пожалуйста, Николай, один вопрос. Да, послушайте, во-первых, то, что вот вы нам в докладе, значит, доложили о том, что, значит, будет несколько... Дайте микрофон, пожалуйста. То, что будет несколько десятков миллионов рублей бюджет, конечно, мы должны понимать, что этих денег не хватит на операции детям, опять придется смс-ками собирать по телевизору, не очень популярная опять будет ситуация. Что касается того, что не запланировано возведение инфраструктуры, что она уже вся построена при строительстве завода «Горном», но тоже богатая организация, вы хотя бы морги построите, там, ритуальные услуги, потому что в этом будет острая необходимость, хотя бы на этих вещах сконцентрируйтесь, если вы считаете. Слушайте, я подвожу к вопросу, когда вот здесь вот заученную вот эту херню говорили, вы что-то ни одного не выставляли. Сейчас вы выделите.
деньги, приступили фактически к реализации этого вопроса, ни с одним человеком не обсудили. Поэтому возмущайтесь, а почему здесь возникают столько негатив? Почему здесь возникает столько претензий? То, что у вас подход такой выбор. Вопрос я задал, вопрос, да? А вы не знаете, вы ответите, да, ну, возьмите, вам, например, вы ответите, звали, вы пришли слушать. Зачем привезли? Безопасно и эффективно. Одни умело в руках и вилка оружия. Понимаете? Поэтому еще раз советую вам. Вот я отвечу. Соответственно, Николай Николаевич, съездите в город, посмотрите, как функционируют современные предприятия, и поверьте, ваш профессиональный уровень.